Всем привет! У меня сегодня распаковочка нового аромата. Я, конечно, не смогла пройти мимо этой крутой новинки от Томаса Космала 4 под названием «Неон», который сверкает, как яркие неоновые огоньки и является очень жизнерадостным таким ароматом-антидепрессантом. В аромате смешали сочные сладкие мультифрукты, в аромате смешали яркие такие бодрящие искрящиеся цитрусовые ноты, сюда добавили весьма современные аккорды моего любимого пушистого мускуса, альдегидов и что-то молекулярное однозначно. Аромат – само воплощение энергии счастья. Аромат получился звонкий, очень фруктовый, сочно-фруктовый. И я вам так скажу, что намного нежнее флагмана Ombre Amour 4. Также он слегка карамельный получился, это за счет амбры в базе. И, конечно же, стойкий. Я считаю, что это запредельно стойкий. Также здесь нет, не бойтесь, здесь нет этих пресловутых мозгосверлящих амбро-деревяшек, которые есть в Кирке и Эрби Пури. Однако они присутствуют здесь. Я считаю, что они присутствуют здесь в качестве такого тонкого стержня на минимальной громкости. Аромату нужен воздух, а если вы собираетесь проводить время в помещении, тогда прошу вас микрораспыление, потому что все-таки это амбра деревяшки. В аромате преобладают ноты мандарина, манго и дыни. Причем дыня здесь такая красивая, девочки, дыня очень красивая. Это очень позитивно, это очень актуально, это очень крутая новинка, это очень модная новинка. Я советую ее девочкам, которые держат руку на пульсе и следят за всеми модными новинками в мире парфюмерии. А эта красота у меня идет на распив. Поэтому желаю всего хорошего. Хорошего дня вам.